список объектов капвложений на следующий год добавят еще два. Это Парканская школа-интернат и столичная гуманитарно-математическая гимназия. На их реконструкцию потратят более 12,5 миллионов рублей. В Парканах работать будут в несколько этапов. Начнут с реконструкции учебных и жилых корпусов и далее по плану. Ну а в столичной гимназии заменят коммуникации. Система отопления и водоснабжения давно требует капремонта. В планах также отремонтировать фасад и кабинеты. Школа сейчас работает в две смены.